хотелось бы, наверное, напомнить немножко о незаслуженно забытом снежноягоднике, тоже в качестве кустарника, используемого для создания живых изгородей, как стриженных, так и свободно растущих. Раньше снежноягодник тоже очень активно использовался в городском и парковом озеленении, и также мы из нашего детства помним некие кустарники с беленькими ягодками, которые мы даже пытались кушать. А сейчас такие сорта тоже остались, присутствуют и выведены новые сорта с ягодами, которые розовеют к осени. В цветении, собственно, ничем не проявляется. Оно обычное, не выделяющееся. А вот ягодки очень замечательные. Август, сентябрь месяц тоже могут служить дополнительным украшением. Особенно вот мне нравятся очень эти сорта с розовыми ягодами. И используя разные сорта даже того же самого одного снежноягодника, потому что они различаются по форме роста и высоте, вы можете создавать живые изгороди от низких до среднерастущих. Кустарник благодарный к стрижке, хорошо стрижется, очень хорошо держит форму, крайне неприхотлив к условиям содержания, поливу, загазованности, запыленности. Вот, поэтому, если есть такой вопрос, да, этот кустарник вполне может быть использован и для создания живой изгороди в своем собственном доме, в своем собственном саду, поскольку куст такого размера может быть использован и в небольшом саду. Он в максимальном росте своем на 1,5 метра, поэтому и для малого сада, для создания живой изгороди, либо даже для кустарника, использованного в группе, вполне подходящий.